Россия, родина моя. Эти слова могут сказать люди разных наций и народностей, которые живут в России. Россия – многонациональная страна. Под таким названием прошел концерт в школе номер 7. С юного возраста педагоги приучают школьников быть толерантными. Они воспитывают в них чувство доброты и любви к людям разных национальностей, населяющих нашу страну. Это и воспитание, и развитие, и развлечение. И причем воспитание, оно и патриотическое, и нравственное. Ребята и понимают, что такое наша родина, и учатся относиться друг к другу и к другим народностям с любовью, с пониманием, с уважением. В этом году ребята познакомились с культурой народов Армении, Калмыкии, Якутии. Каждый класс выбрал одну национальность и приготовил номер. Такие мероприятия не только позволяют ребятам познакомиться с культурой всех народов России, но также раскрывают их творческие таланты. Я вообще люблю выступать. Я участвовал во многих сценках, и мне очень понравилось. Ребята подробно рассказали про быт и культуру выбранного ими народа, станцевали, спели и даже сыграли в театральных сценках. За выступление на концерте переживали не только школьники и учителя, а также родители, которые помогали в организации праздника. Мы у одноклассника попросили, чтобы его мама сделала нам костюмы. Вот, репетировали очень много, танец сделали. Праздник единства народов в этой школе проводится каждый год. И всякий раз ребята узнают новое о культуре нашей многонациональной страны. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.